Символ доблести, символ победы. В Иванове дан старт патриотической акции «Георгиевская ленточка». С этого дня и до 9 мая на улицах города волонтеры будут раздавать оранжево-черные символы воинской славы. Это всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Стартует она ежегодно 24 апреля. В акции участвует любой желающий, который готов раздавать с нами ленточки. Пускай может написать волонтерам победы, мы приглашаем. Любой желающий может стать участником. Каждый, кто взял в руки этот символ победы, уже становится участником акции, то есть показывает остальным, что память о подвиге жива. В этом году прохожим планируют раздать не менее 4000 ленточек. Вот я смотрю на вас, на молодых, на наше поколение, и желаю вам прожить всю свою жизнь без войны, без невзгод. Но нужно помнить свою историю. И эта акция «Георгиевская ленточка» не дает забыть нашу историю. Волонтеры всем участникам акции напоминают, георгиевскую ленточку нужно носить гордо. Ни в коем случае не вешать символ Великой Победы на автомобиле или сумке. И, конечно, не носить в волосах. Ленточка должна быть всегда разглаженной, чистой и красивой. Георгиевскую ленточку нужно держать вот у сердца всегда. Ее можно сложить бантиком, ее можно сложить каким-то вот таким образом или вот так. Главное, чтобы было видно, чтобы это было красиво. Нужно носить георгиевскую ленточку с достоинством. Ленты добровольцы будут раздавать каждый день с 4 до 5 вечера на главных площадях города. Получить символы Великой Победы смогут все желающие. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.